Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Зима, зима, зима. Может быть, вы озябли, вы только что вошли в дом и не успели согреться. Тогда скорее к экранам телевизоров. И азарт наших игроков, пыл наших зрителей, наш оркестр согреет вас и весь ваш дом. Пора начинать сегодня с нами здесь концертный оркестр Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. И, конечно же, главный действующий лиц и герои нашей сегодняшней программы – передовая когорта меломанов. Они уже с нами. Добро пожаловать. Прошу вас, занимайте ваши игровые места, потому что время начинать. Время делать хорошую игру. Еще раз добро пожаловать. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые игроки. Я очень рад, я очень счастлив. Мне очень приятно видеть вас в нашей теплой, уютной студии. И прежде чем мы начнем раскалывать, как орешки, а в этом, я уверен, наши заковыристые мелодии, давайте сначала познакомимся. Участница под номером один Татьяна Монахова. Поселок Лыткарино Московской области. По профессии преподаватель. Приветливая и дружелюбная, страстная меломанка, поклонница музыкальных телепрограмм и активная участница всевозможных азартных игр. Любит петь и танцевать, угадывать мелодии и просто радоваться жизни. Татьяна Монахова! Участник под номером два Геннадий Бардин, город Тула. По образованию экономист, увлекающийся и азартный, большой меломан и книголюб, любитель музыки на телевидении, особенно мелодий из кинофильмов, не любит грустить, играет на аккордеоне и старается с песней идти по жизни. Геннадий Бардин! И участница под номером три Елена Павлова, город Москва. Елена по профессии инженер-испытатель, но работает бухгалтером. Очень любит слушать и петь хорошие и добрые песни, поет вместе с семьей под баян, гитару и пианино. Сама Лена не играет на музыкальных инструментах, но муж и сын прекрасно ей аккомпанируют. Лена обожает наше шоу и утверждает, что оно вызывает прилив сил и энергии. Елена Павлова! Ну что ж, уважаемые игроки, вот мы с вами и познакомились. Я узнал о вас много-много хорошего, интересного, приятного. А самое главное, я знаю, что вы любите музыку и будете отлично играть в нашей сегодняшней программе. Я объявляю начало первого тура! Первый тур. Четыре категории. Одна краше другой. Татьяна, вы ближайшие ко мне. Вам и выбирать. Выбирайте, и мы начинаем. Начнем с романса. Начнем с романсов. Категория романсы. Там только романсы, ничего кроме романсов. Номер нотов, которые бы вы хотели сыграть. Нота номер два. 35 рублей за правильный ответ. А рубль в нашей сегодняшней программе равняется австралийскому доллару. Ставки сделаны, уважаемые меломаны. Итак, 35 рублей правильный ответ. И мы слушаем музыку. Однозвучно гремит колокольчик. Вспомнили, Татьяна, ну что ж вы не угадали, к сожалению. Хотя ничего страшного-то не произошло, просто позвучала хорошая музыка и ушла куда-то, чтобы уступить свое место другой. Итак, Геннадий, вы выбираете. Музыкальная капель. Песни популярные, мелодии популярные в 60-х годах. Номер ноты? Четвертая. Нота номер 4, 15 рублей за правильный ответ. И сейчас мы точно размочим наши бараночки. Слушаем музыку. Да, конечно, можно нажимать. Марк Бернес. Самолеты сами не летают, конечно, абсолютно верно. Видите, во мне даже есть дар маленького провидца, маленького. Я обещал, что счет будет размочен, и я сдержал свое обещание. Прекрасный ответ, Елена, вы выбираете. Романсы. Возвращаемся в категорию номер один и нота. Три. Нота номер три, 25 рублей, правильный ответ. Слушаем музыку. Да, Татьяна, воззрело решение, оно созрело. Не слышны уж, хризантемы в саду. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Не печальте меня и не пугайте, пожалуйста, мне нужно беречь свои нервы. Конечно, отцвели уж давно хризантемы в саду, абсолютно верный ответ. Ну что ж, Геннадий, у Елены, у Татьяны уже есть первые выигранные рублики. Ждем только вас, а Татьяна выбирает. Романсы. Продолжаем играть в этой категории. Нота? 4. Нота номер 4, 20 рублей. Правильный ответ. Слушаем.
Да, Геннадий? Я слышу вальс, звук прелестный. Ох, нет, 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 к сожалению. Ну что ж, бывают и ошибки. Глядя на луч пурпурного заката, так назывался этот роман, к сожалению, вы ошиблись. Что ж, лучше ошибиться в первом туре и потом больше уже никогда не ошибаться, чем это сделать во втором или так далее. Ничего страшного, просто две мелодии, вы не принимаете участие в игре, право выбора категории переходит к вам, Елена, прошу вас. Давайте опять романс, и последняя, вернее, первая нота в этой категории. Слушаем музыку. У Елены был ответ раньше. Живет моя отрада. А можете спеть это? Попробую. Ну давайте. Живет моя отрада. Я абсолютно права, конечно! Прекрасное пение! Естественно. Ласкайте слух ведущего своим замечательным пением. У вас замечательный голос. Елена, прекрасный ответ. Ваш выбор. Капель музыкальная. Музыкальная капель. Переходим в категорию номер два. А нота? Три. Нота номер три. 30 рублей. Правильный ответ. Слушаем музыку. Да, Елена, вы догадались? Это люди строят люди что-то города. Строят люди города? Нет, такого. Ну, давайте, развейте, вы практически... Ну, я и так засчитываю, как верная смелость города берет. Да. Прекрасный ответ, Елена. Ну, вернее, скажем так, почти прекрасный. Просто будьте чуть-чуть поточнее. Геннадий, прошу вас, вы в игре, мне вас так не хватало. Единственный мужчина на площадке. Ну, конечно, кроме ведущего. Ведущий не в счет, потому что он не играет. Елена, прошу вас, вы выбирайте. Ну, музыкальную капель. Музыкальная капель. Нота? Два. Нота номер два, 40 рублей. Правильный ответ. Слушаем. Да, Лена? Люди в белых халатах! Абсолютно верно! На этом первый тур заканчивается. Для кого-то он очень успешен, для кого-то он чуть-чуть менее успешен, для кого-то... А кто-то просто изучал тактику своих замечательных соперниц. Итак, уважаемые игроки, на этом первый тур заканчивается. Через несколько мгновений мы встретимся во втором туре. Прошу вас, зайдите на подиум, и через несколько мгновений наши замечательные музыкальные... Обворожительные, очаровательные игроки во втором туре программы «Угадай мелодию». Именно так она называется. Дорогие друзья, наступает время второго тура нашей замечательной программы. У всех сегодня отличное настроение. Я уверен, что вы уже согрелись, несмотря на мороз. Итак, второй тур программы «Угадай мелодию». Встречайте. Аплодируйте, болейте за них, радуйтесь нашим игрокам программы «Угадай мелодию». Они уже с нами, они уже здесь. Прошу вас, занимайте ваши игровые места, потому что время продолжать. Итак, уважаемые игроки, добро пожаловать во второй тур. Второй тур, от него очень много зависит. И скажу вам по секрету, здесь бродят совсем другие, гораздо большие денежки. Итак, я вас заинтриговал, я вас заинтересовал, я вас предупредил об ответственности. И я незамедлительно объявляю начало второго тура! Лидером является Елена. Прошу вас. Застолье. Категория номер три означает песни, которые мы очень часто, собираясь за столом, то бишь осуществляя вот это застолье, поем. Итак, 50 рублей стартовая цена. Слушаем музыку. Елена на сотую долю секунды опередила Татьяну. Догори моя лучина, догорю. Дольный ветер ветку клонит, абсолютно верно! Конечно. Елена продолжает поражать нас своими удивительно точными ответами, главное, быстротой реакции. Лена, прекрасная игра, прошу вас, выбирайте. Продолжим застолье. Продолжим играть в категории застолье и продолжаем слушать музыку. И опять рука Лены была раньше всех. Черемшина. Абсолютно верно! Да! Эта женщина знает все или почти все. А главное, какая у нее реакция. Вы посмотрите. Таня, значит, не убирайте руки. Даже не отрывайте пальцев от красной кнопки. Геннадий, я советую вам делать то же самое, потому что с Еленой сегодня шутки плохи. Она разошлась. Итак, Лена, прошу вас, прекрасная игра. Мне очень нравится. Дальше. Застолье. Продолжаем играть в этой категории. Вы большая любительница застолий, особенно песен за столом. Я догадываюсь. Слушаем музыку.
На этот раз, Татьяна, ну, мой совет оказался верным, да. Ой, цветет калина, поле ружья. Иха, абсолютно верно, абсолютно верно. Конечно, Танечка, вот и ваш чарующий голос мы услышали. И надо заметить, что вы поете не менее прекрасно, чем Елена. Прошу вас, Таня, ваш выбор. Застой. Если женщине что-то понравилось, то с пути ее не свернуть. Итак, последняя мелодия в категории застолье. Руки на кнопки, уважаемые игроки, слушаем. Лена. В низенькой светелке огонек горит. Абсолютно верно! Конечно, это была песня «Пряха». Уважаемые женщины, вы выбрали подчистую категорию застолье. И главное, какая это была игра, какие моментальные угадки, если можно так выразиться. Видите, я уже, скажем так, потерял способность формулировать правильно свои мысли. Итак, Елена, прошу вас дальше. Давайте с музыки Чайковского. Давайте музыку Петра Ильича Чайковского. Только Петр Ильич Чайковский, не Модест Ильич, никто иной. Только Петр Ильич Чайковский. 50 рублей стартовая цена. Слушаем музыку. Первым был Геннадий. Ура, 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 yes! Я! Я люблю вас, Ольга. Я люблю вас, Ольга. Ария Ленского. Конечно, конечно, из оперы Евгений Онегин. Слава тебе, Господи. Размочили, размочили счет. Абсолютно верный ответ. Конечно, Геннадий. Ну, теперь вы выбираете. Чайковский. Чайковский. Отлично. Слушаем. Елена. Кто может сравниться с Матильдой? Абсолютно верно, конечно. Это ария Роберта из оперы Иоланта. Абсолютно верный ответ. Вот это знание застолья, вот это знание Петра Ильича Чайковского. Лена, ваш выбор. Ну, продолжим. Продолжим играть в категории музыка Петра Ильича Чайковского. Слушаем музыку. Лена. Средь шумного бала. Случайно. Нет, не случайно. Абсолютно верно. Конечно, вы абсолютно верно, не случайно ответили. Конечно, средь шумного бала. Абсолютно верный ответ. Ваш выбор? Продолжим. Продолжим. Последняя, четвертая мелодия в этой категории. Слушаем. Елена, Елена, с вами просто нет сладу сегодня. Ну, это вообще-то ария Лен. Как истомилось сердце там. Из оперы. Пиковая дама, да, 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 конечно, абсолютно полный, абсолютно верный ответ, что творит эта женщина на нашей игровой площадке. Итак, Лена, прошу вас, ваш выбор. Ну, попробуем кругом вода. Попробуем кругом вода. Посмотрим, каково оно будет в этой категории. Итак, кругом вода. Песни про воду, про все, что плавает в воде, про все, что плавает на воде и так далее. Все, что связано с водой, всюду, где есть H2O. 50 рублей стартовая цена. Слушаем. Татьяна. Ой, сейчас. Ну? Таня, я на лодочке каталась, нет? Мы на лодочке катались, не гребли. Оцеловались. Оцеловались, абсолютно верно, конечно, да, 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 да. Прекрасный финал второго тура, Геннадий, 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 Геннадий. Вы знаете, что по условиям второго тура игрок, у которого меньше всего денежек, а это именно вы, потому что с этими женщинами сегодня сладу никакого нет. Сегодня было бессмысленно с ними соревноваться. Я благодарю вас за прекрасную игру, за вашу прекрасную улыбку, за ваши прекрасные аплодисменты вашим милым соперницам. Но говорю вам до свидания. Татьяна, Елена, увидимся в третьем туре. Прошу вас! Вот это да! Вот это женщины! Как они играют! И застолье! И вам, пожалуйста, Петр Ильич! И, пожалуйста, кругом вода! Ну, все знаю! Все! Вот он, третий тур. Замечательный, замечательный, замечательный. Для кого-то ставший, наверное, притчей в язык заходя. В чем я? Просто третий тур программы «Угадай мелодию». Встречайте наших очаровательных участниц. Татьяна и Елена. Елена и Татьяна. Как они играют, как они угадывают. А вот и они сами. Они улыбаются, у них отличное настроение. Значит, будет хорошая игра и никаких гвоздей.
Добро пожаловать в третий тур. Тур аукционный, тур хитрый, сложный, с подковырками. Тур, где определится финалист. Итак, по итогам первых двух туров лидером является Елена. У нее 569 рублей, а рубль сегодня равен австралийскому доллару. Прекрасный результат. Елена, Татьяна немного отстает. Елена, вам, именно вам, и никому иначе, и никому другому начинать торги после того, как вы прослушаете мою подсказку. Песня о жизни и надеждах авантюриста. Прошу вас, вы начинаете. Ну, попробуем отгадать эту мелодию с шести нот. Отгадывайте. Отгадывайте. Торги были краткие и лаконичные. Итак, песня о жизни и надеждах авантюриста. Шесть нот. Слушаем. Можете ничего не нажимать. Да-да-да, белеет мой парус, такой одинокий. На фоне стальных кораблей, конечно, это песня Остапа Бендера. Сейчас становится 1-0. Таня, 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 подумайте о своей тактике в третьем туре. Это же аукцион. Песня «Напоминание об ужасах лагерей». Прошу вас, Елена, вы начинаете. Наверное, я попробую отгадать эту мелодию с 7 минут. Я попробую с 6. Угадывай. Итак, они поменялись ролями. Песня «Напоминание об ужасах лагерей». Шесть нот. Слушаем. Нет, Лена, вы не отвечаете. Раз. Танечка, два. Нет ответа. Точно. Нет ответа. Это был Бухенвальдский набат. Люди мира, на секунду встаньте. Сейчас становится 2-0, 2-0 в пользу Елены. Подсказка номер 3. Песня о судьбоносном дверном проеме. Прошу вас, Лена, вы начинаете. Ну, попробуем все-таки эту мелодию отгадать в 7 минут. Я попробую в 6. Угадывайте. Угадывайте, угадывайте, хитро говорит Лена. Ну что ж, посмотрим. Песня о судьбоносном дверном проеме. 6 нот, слушаем. Лена, на секунду посмотрите на меня и дайте ответ. Лена, на секунду. Татьяна, простите, на секунду посмотрите на меня и дайте ответ. Раз. Татьяна, два. Татьяна, три. Ну вы же правильно сказали. Дверь. Про дверь какую-то. Про белую. Белая дверь. Но, к сожалению, уже слишком поздно. Я вам семафорил. Счет становится 3-0. 3-0 в пользу Елены. Что ж, Таня, милая Таня, ну, значит, тактика была не совсем верной. Ну, ничего страшного, повезет в чем-то другом, а ведь повезет обязательно. Я говорю вам спасибо огромное за вашу замечательную игру в нашей программе. Я говорю вам до свидания. Мы вас не забудем, как и вы, я уверен, в нашу программу. Елена, увидимся в суперигре. Прошу вас, зайдите на подиум через несколько мгновений. Елена, ох уж, это Елена прекрасная. Ведь как она играла. И вот она в суперигре программы «Угадай мелодию». Наступает самый ответственный, самый важный этап на пути к преодолению всех препятствий, которые мы выставляем перед участниками нашей программы. Итак, суперигра программы «Угадай мелодию». Встречайте. Елена Павлова. Я назвал ее Еленой Прекрасной. И я повторюсь, и не боюсь этого повторения. Добро пожаловать, Елена. Прошу вас, занимайте свое игровое место. Сейчас мы начнем. Лена, я поздравляю вас. Прекрасная игра, очаровательная. И позвольте мне сказать, обалденная, просто обалденная игра. Как вы угадывали, это была фантастика. 569 рублей, а рубль сегодня равен австралийскому доллару. Я с огромным удовольствием приплюсую еще 500 рубликов. Если вы за 30 секунд угадаете все мелодии, правила вы знаете, вы немного волнуетесь, но вы полны решимости и уверенности выиграть. Мы еще раз приветствуем финалистку нашей сегодняшней программы Елену Павлову. Лена, помните, за вас сейчас болеют все. Все болеют и волнуются. Ну что ж, оправдаем надежды. Вы готовы? Да. Начали. Эй, ух, нет. Абсолютно верно! Конечно! Дальше. Ну, пропустим пока. Пропустим. Дальше. Нажмите кнопку. Самое нелепое. Абсолютно верно. Мишка, где твоя улыбка? Да! Откуда такая неуверенность, Лена? У вас же все получается. Дальше. Немножечко пропустим. Ну ведь простая. На-на-на-на-на-на. Хорошо, пропускаем. Дальше. Лейся песни на просторе. Абсолютно верно. Из кинофильма «Семеро смелых». Спокойствие. Время еще много. Дальше.
Черные, черные, не серые, а черные глаза. Абсолютно верно. Итак, нам нужно отгадать седьмую мелодию и вернуться к неотгаданным. Мелодия номер 7. Начинался и кончался тобой, конечно, Эдуард Киль пел эту песню, абсолютно верно. Итак, Лена, нам нужно вернуться сейчас к мелодии номер 2. Слушаем. К сожалению, Лена, эти 30 секунд пролетели слишком быстро. Хотя у вас были все шансы на выигрыш. Ничего страшного, значит, что-то не получилось. Ну и Господь с ним, ведь это же игра. Игра веселая и азартная. Мы еще раз приветствуем финалистку, победительницу нашей сегодняшней программы, Елена Павлова. Лена, примите наши поздравления и восхищение вашей игрой. Спасибо вам огромное, Леночка. Это было что-то с чем-то. Елена Павлова, учитесь, друзья мои, учитесь. Пускай не повезло в суперигре, но до этого какая была удивительная игра. Прошу вас, Лена, зайдите на подиум и все равно покидайте нашу программу победительницей. Елена Павлова! Уважаемые телезрители, на этом пришло время прощаться. Ах, не удалось, ах, чуть-чуть не получилось. Ерунда, получится в следующей программе, потому что у нас отличные игроки, у нас отличный оркестр, у нас отличные зрители. Значит, все будет окей. До свидания, пока.